Sisney e Cynthia Phaneuf. The next competitor representing the United States Лучшая компонента у Макаровой на данный момент. Под музыку из скрипичного концерта будет кататься Алиса, американка. Сейчас тренируются у Юки Сато и Джейсона Данджена. Заслуженные аплодисменты получает за свое катание американка Алиса Сизни. Очень артистичная, очень женственная, балетная, хрупкая. Прекрасное катание. Доставил ей неприятность на этот раз, как, впрочем, и всегда. Прыжки немножко. Это Джейсон Данджен, бывший американский парник, супруг и коллега Юки Сато. Чемпионка США позапрошлого года. В прошлом году была всего лишь 10-й. Это ее лутц. Чисто его прыгнуть она не смогла. Флип с двойным тулупом смогла прыгнуть. Задумалась, прежде чем добавлять этот тулуп. Двойной аксель тоже есть. Ну и потом она пошла вращаться. Сумасшедшие либела с
такой красиво поднятой ногой. Обожаю, конечно, когда фигуристка набирает во вращении темп, а не теряет его. Заклоны, Бильман заключительные, просто прекрасно. Так мало повторов нам дает канадское телевидение. Очень жалко. Ну, может быть, хотя бы оценки даст быстро. Из-за того, что в прошлом году она стала 10-й на чемпионате США, она не поехала ни на Олимпийские игры, ни на чемпионат мира. Весь сезон коту под хвост. А ведь какой был прекрасный сезон в Гран-при. Она была 4-й, она была 2-й. Ну, на Скейт Кеннеди была 2-й в прошлом году, на Ростелеком Кап 4-й. Обидно. Ну, впрочем, Соединенные Штаты Америки — такая страна, где даже чемпионка США найдет себе место в жизни. Это факт. 55 баллов. Лутц не позволил ей подняться выше. Сорванные 28 и 27. Давайте же посмотрим, с чем это можно сравнить. Да, компонент у нее выше всех. А вот 28 — это прыжки на уровне Харуки и Май.